Большинству россиян приходится трудиться в нерабочие часы. В России давно сложилась корпоративная культура, в которой не принято в точное время вставать с рабочего места и уходить. Часто таким образом сотрудники демонстрируют свою лояльность начальству. Немалую роль играет и страх перед увольнением за невыполнение задачи. По данным исследования, перерабатывает 76% офисных работников и 71% работающих из дома. Результат переработок нередко бывает плачевный. Люди испытывают стресс, депрессию и тревожность. При этом многие берутся еще и за дополнительную работу. Хотя, как говорится, не от хорошей жизни, а чтобы увеличить свой доход. Ведь далеко не всем хватает финансов, полученных на основной работе. Мы решили узнать у тверичан, как они относятся к подработкам. Я считаю, что если есть основная работа, и если ты увлечен этой работой, ты должен достойно и получать за вознаграждение за это. А если так вот тут бегать, там бегать, я думаю, что здесь такое неправильное, я думаю, подход. Должно быть нормально, чтобы человек за свою рабочую смену, пускай она 8 часов будет, особенно если это для женщины, получает достойную зарплату, чтобы жить, а не выживать. Человек должен зарабатывать себе достойную зарплату. Работать должны нормально по 8 часов, а не по 24 часа. Люди сейчас все в Москву ездят на работу. Ради чего? Жить-то некогда, ни детей растить, ни внуков не растить. Все ездят зарабатывать, чтобы прожить. Да не должно быть так. Человек должен отдыхать, выделять время своей семье, детям, ну, естественно, себе красивой, любимой. Должна Конечно. Быть достойная зарплата, чтобы человек не рвался на две работы и не перерабатывал. Многие и идут на подработки из-за того, что не могут содержать свою семью. Безусловно, человек должен зарабатывать столько, чтобы он жил, не унижаясь, и жил свободно. Никаких подработок. Чтобы он работал хорошо на своей основной работе. А вообще это дело индивидуальное. Хочешь подрабатывать, хочешь нет. Но хотелось бы, чтобы зарплату имели достойную. Большинство опрошенных нами тверичан негативно относятся к подработкам, утверждая, что это нежелательная и вынужденная мера. Ведь основного заработка многим зачастую не хватает, чтобы обеспечить достойную жизнь себе и своим близким. И в подобных условиях приходится действительно выживать, потому что в условиях финансовой нестабильности, постоянного роста цен, порой зарплаты хватает лишь на удовлетворение самых примитивных человеческих потребностей. Но это, увы, не тождественно определению достойный уровень жизни.